Вот это все, что осталось. От цветов не осталось вообще ничего. Вот, одни будыли. Все сплошно. Коровы идут, орут. Вон он и туча ползет. Похоже, грядет вторая волна. Машину у меня всю разнесло. Она вся в дырках, капот. Вот. Вот огуречная грядка. Вот у нас везде прям затопленные грядки. Это на грядках вот остатки. Вот везде град. Так побил. Ни лука, ни укропа, ничего не осталось. Вот Виктория. Вот, все, сплошняком. Ягоду все поперебило, ничего не осталось. Картошки на поле нету. Пусто. Ни ботвы, кабачков нету. Все в дребезги. Полюбуйся, картошка, как капуста. Это капуста вся измолоченная. Вообще ничего нет. Ну, картошка еще, может быть, что-то отойдет. Капусты не будет, это 100%. Сейчас покажу лук. Лук во что превратился на грядке. Вот он. А это вот, вот. Все затоплено. Все побило. Ничего не осталось. Все сравняло градом. Вот у меня сохранилось только баклажаны, потому что они были прикрыты. Вот, перцев нету. Они лежат, вот они все измолоченные перцы, потому что были не накрыты. И вот остались одни помидоры. Вот что сохранили. Больше ничего. Вообще ничего не осталось. Сейчас покажу, какая машина стала у нас. Дребезги. Вот каркасы побитые, перевернутые. Больше куриного яйца. Вон они какие. Ужас. Вот они. Какие огромные. Вот это все побили. Скотина идет. У нас гуси на пруду. Не знаю, что от них осталось. Вот я собираю. Вот они какие. Больше куриного яйца. Вот такой вот град. Да. Грешники вы.